Зачем ты практикуешь? А я не могу не практиковать. Я даже когда совсем маленькая была, практиковала. Реально. Я, например, могла ехать в автобусе и прям видеть, какие люди, как они устроены, как им исцелиться, как не исцеляться, как эти все штуки работают, как работает переход болезни с человека с одного на другого человека. Как-то у меня так мозг устроен. Это мой образ жизни. Это не то, что я там придумала, что я как что-то буду делать.